Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня мы играем на Родина РП Центральный Округ, мне здесь Кирилл Подбулови, не забывайте вводить по ним по регистрации, также можете вводить мой промокод на 6 уровне, за это вы получите очень хорошие плюшки, вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, начинаем мы с того, что я приехал на Анашан, ну почти, и я хочу продать, короче, свою машину, это крузачок, Toyota Land Cruiser на прикольных номерах, КВВ 3.9, я уже пытался его продать недавно, за 7 миллионов, но почему-то его никто не покупал, но давайте тогда сейчас поедем, выставим его за 5 лямов, возможно, кто-то его купит, просто как бы я себе Raptor купил недавно, и как бы эта машина мне не нужна для бездорожья, да и в принципе она уже мне давно, и в принципе можно от нее избавиться, поэтому сейчас будем продавать. Скорее всего, уже на следующей неделе будут стримы по родине. Смотрите, пацаны, то, что у меня с игрой происходит. У меня тупо варнинги вылетают. Чекайте, тупо флудят варнинги. Я не знаю, с чем это связано, потому что я пытался запустить игру, и она мне не запускалась. А сейчас у меня тупо варнинги вылетают, и все. Все, пацаны, я, короче, продал крузачок за 4 миллиона. За 5 его никто не хотел покупать. Хотя, вроде бы, машина нормальная. Там, вроде бы, продавали крузак без номеров. Ну, точнее, с плохими номерами за... по-моему, 3 миллиона. Но я за 4 продал, в принципе, тоже доволен. Просто я даже не помню, сколько я его покупал. Ну, первое, за 4 где-то я его покупал, поэтому, как бы, в минус я, по идее, не ушел. Так, пацаны, короче, тут ФСБшники, вот, я их встретил. Только что въебался, короче. Чисто припарковался, ебать. Нормально тогда? Чисто припарковался на машине. Они какого-то челика там вяжут, по-моему. Бля, мне возле Анашана лагает машина дохуя. На, нахуй, ебать. Стоять, дядя. Стоять, ебать, куда поехали? Сейчас мы их догоним, короче, разнесем нахер. Надо их в воду скинуть, пацан, в натуре. Сейчас моста их скинем. Бля, ебать, меня подрезали. Алло, тормози! Переворачивайся, переворачивайся. О, заебись, нормально. А кто там вообще стреляет? Бля, надо их как-то догнать, короче. Тут вообще на монстре чувак катается. Красные все, дороги нет, ебать. На, нахуй. Лол. Лол, смотрите. Блядь, давай. Бля, это так было близко просто, ебать. Ты кого, блядь, стреляешь, дядя, да? И чё, они думают, что они мне что-то сделают? А нихуя подобного. Давайте, мочите мусоров. Убил. Чекайте, убил. Убегает мусорок. Давай, стопэ нахуй, дядя. Здрасте, нахуй. Поехали, ебать. Смотрите, мусора увез, ебать. Ебать, их там много, конечно. Тупо разборки жесткие начались. Вот это забес, пацаны, с мусорами. Бля, у меня оружия нету, я бы им помог. Он убегает, чекайте, он убегает. Нормально так мусоров разъебали. А он залекал, но херячит. Бля, на кулак не хочу убрать. Давай, братан, за мной спрячься. Красавчик вообще, ебать. Ебать он красавчик, тупо разнес его. Вообще порешали, пацаны, чисто нормально. Нормально, да, их так порешали вообще жестко. Ебать, он сейчас бабахтит нахуй, пиздец. Ебать, пацаны жесткие, на метовском бобике ездят чисто. Вообще, смотрите, мусор полетел. Чекайте, ебать, это как нахуй? Пацан летит на самолете. Чекайте просто. Ебать, если он наебнется, это все, это смерть, ебать. На, ебать, бу-бум, упал нахуй. Не, ну это по кайфу, пацаны, согласитесь. Мне такая движуха очень нравится, прям вообще четенько все. Обратно летит. Пытается взлететь, пацаны, на машинке. Точнее, на самолетике. Тупо мусор летает, ебать. Чисто, пацаны, мусора умеют летать, так серию назову. Ебать, он полетел тупо, ебать, домой, нахуй, сейчас, к жене своей. Бля, а где его можно купить? Я бы купил на самом-то деле. Бля, его догнать не могу. На, нахуй, ебать. Улетел тупо. Но он меня, наверное, не будет останавливать, я так думаю. Тупо на красный проезжает, ебать, красавчик. Ну, бля, мне не получилось его нормально подрезать. И вообще, блин, катаюсь где-то полчаса, мусоров вообще нигде нету. Я случайно на этих мусоров наткнулся на Анашане. И то ехал в Арзамас, они ехали с Арзамаса, получается. Сложно сейчас мусоров найти вообще, реально. И на постах их нету нигде.
Поэтому сложно записывать такой контент. Пацаны, я, короче, брата ФСБшником встретил, сейчас за ними поедем. Попробуем тоже их подрезать. Бать, ты куда, дядя, нахуй? До свидания, бля. Бля, надо чуваку помочь по-любому. Надо сейчас чуваку помочь. Надо его врибаться в него, нахуй. Бля, я застрял, я застрял. Пизда, пизда. Падай вниз. Фух, ебать, повезло, нахуй. У меня еще что-то лаги жесткие только что были. Так, ну вроде я спетлял. Сейчас давайте заедем наверх. Ебать, они меня ненавидят, наверное, потому что я уже второй раз их подрезаю. Они, короче, передумали за тем чуваком ехать. Давайте я их подразню. У меня розыска, правда, нету, типа, но это заебись. Сейчас, короче, еще раз их въебем. Блять, ебаная машина. Бля, у меня уже ремки заканчиваются. На самом-то деле. Но я так нормально их втулил только что. Ебать. Пизда. В машине моя пизда. Давай, родая, заводись. Я ему воду скинул тоже. Он сейчас сдохнет, походу. Нормально, да, так админ, ты пахнулся? Бля, думал, он сдохнет уже. Было бы интереснее, мне кажется, если бы он сдох. Бля, он по такой глубиной, а он не сдох вообще. Спасибо. Ебать, админчик красавчик вообще. Помог там. Ну, бля, блин, это мусор был добрый какой-то, походу. Ладно, будем тогда ФСБшника лучше заебывать, потому что, ну, они это заслужили по-любому.